Перечень нерабочих праздничных дней определен статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы. 7 января – Рождество Христово. В Министерстве труда и социальной политики ЛНР проинформировали, что 31 декабря не является нерабочим праздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня 30 числа не сокращается. Выходные дни, совпадающие с праздничными нерабочими днями, переносятся в 2023 году с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля и с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. Также в ведомстве напомнили, что работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации. Привлечение сотрудников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя и оплачивается не менее чем в двойном размере, либо по желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. Новости телеканала «Луч».